Кажется, раскрыта еще одна тайна. Тайна катающегося туннеля. Несмотря на то, что его кладешь всегда в одно место, он потом оказывается передвинутым куда угодно. То есть вот Руфинский нападает, там два окна таких есть. Он пытается из них Шанель выловить, а она с этих окошек от него отбрыкивается. Вон коричневая лапа вылезает. Да, да, Шанель, да. Ой, какие дурные вы! Ну-ка, стой. Шанель, посмотрим, где. Да подожди меня кусать, я Шанель хочу найти. Даруф, блин! Даруф, паразитский кусачий кот! Я Шанель пытаюсь... Ха-ха-ха! Дай мне Шанель заснять. Вон она сидит. Замаскировалась. Ах, вон там, тебя хвостик привлек этот туннельный, да? Думаешь, там мышка. Ну, в общем, вот, развлекаются ребята как могут. Ну и правильно. Чё скучать-то, да? Чё скучать-то, собственно? Бум.